друзья, уважаемые дамы и господа! Сегодня в рамках Года литературы в Хабаровском крае Дальневосточная государственная научная библиотека открывает впервые, можно сказать, инновационный проект. И пусть этот первый наш проект станет доброй ежегодной традицией. Сегодня мы открываем выставку-форум интеллектуальной литературы «Живой автограф». Я буду кратко и скажу вам, что это интеллектуальный формат в кубе. Почему? Потому что это взаимосвязь трех неразрывно связанных вещей. Автор, издательство